Бюджетная геймерская клавиатура с подсветкой и быстрым откликом поможет быть на шаг впереди соперников. Сегодня мы познакомимся с проводной игровой компьютерной клавиатурой Bloody B125 от компании Eifatec. В картонной коробке помимо клавиатуры есть запасные клавиши WASD, ключ для снятия кнопок и инструкция. Проводная клавиатура подключается через USB. Шнур длиной 1,8 метра в тканевой оплетке позволит комфортно расположить устройство на столе, даже если компьютер далеко. Преимущественно матовая поверхность корпуса не будет собирать отпечатки пальцев. От случайно пролитой воды клавиатуру защищает водоотталкивающее покрытие и специальное отверстие. Выдвижные прорезиненные ножки предотвращают вибрацию, клавиатура не будет скользить во время игры. Подставка для запястья не даст рукам уставать. Есть подсветка, яркость настраивается. А вот цвет только один, красный. Это мембранная клавиатура. У нее классическая раскладка из 104 клавиш. В модели используется конструкция парящих клавиш. Популярный дизайн приподнятых колпачков позволяет легко почистить клавиатуру. Модель оснащена встроенной памятью на 160 килобайт, которая позволяет закрепить команды клавиш. Пробел с двойными винтами и пружинами выдержит много игровых баталий. Красные клавиши с широковатой поверхностью не дадут пальцам соскользнуть во время игры, а нажатие FN и F8 деактивирует кнопку Windows, чтобы случайно не вылететь из игры. 7 горячих мультимедийных клавиш с F1 по F7 позволяют управлять громкостью, выключать звук, прокручивать плейлисты вперед-назад, останавливать треки, ставить их на паузу и воспроизводить. Расширить возможности клавиатуры можно еще больше, если установить фирменное программное обеспечение KDominator 2 с официального сайта Bloody.com. Bloody B125 – бюджетная геймерская USB-клавиатура с подсветкой, парящими клавишами и встроенной памятью. Не подойдет для офисной работы. В первую очередь предназначена для игр.